Привет, друзья! Лето, как известно, пора отпусков, а в поездках без переводчика не обойтись. А поскольку счет за связь в роуминге совсем не радует, хорошо бы, чтобы переводчик работал полностью офлайн, не жертвуя при этом качеством перевода. Одним из лучших подобных решений является приложение Prompt Offline для Android, о котором мы сегодня и поговорим. Почему именно Prompt Offline? Ну, во-первых, этого разработчика и его сайт translate.ru, первый онлайн-переводчик Рунета, знают почти все. За 25 лет он надежно зарекомендовал себя как самый быстрый и удобный способ перевести тот или иной текст. Во-вторых, он полностью работает без подключения к интернету. Достаточно предварительно скачать нужный словарь и пользоваться им в любой стране. Словари здесь на любой вкус. Есть перевод с русского на английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и обратно. В приложении большое количество тематической лексики. Есть возможность выбрать тематику перевода. Автомобили, бизнес, гаджеты, здоровье, личная переписка и многие другие. Важное нововведение, которое появилось в новой версии приложения – перевод с фото, причем 100% офлайн. Функция перевода с камеры не требует подключения к интернету ни на этапе распознавания, ни на этапе перевода текста. Не знаете, что заказать в ресторане, так как меню на местном языке? Навели камеру, выделили фрагмент текста и наслаждаетесь своим стейком. То же самое с различными достопримечательностями. Нам, к примеру, перевод с фото очень пригодился в Германии, где на английском языке дублируют далеко не все. Кроме того, даже при некотором знании английского, такой переводчик может быть очень полезен. Ингредиенты в меню не всегда понятны, названия рыб, трав, специй знают далеко не все. Результаты перевода дополнительно озвучиваются голосовым переводчиком, чтобы вы могли не только понять собеседника, но и ответить ему. Если в отеле персонал еще более-менее говорит на английском, то вот с таксистами и сотрудниками небольших местных кафе эта функция очень пригодится. Равно как и в случае с надписями в городе, названия улиц, указатели и знаки. Впрочем, для еще более комфортного путешествия приложение Prompt Offline имеет встроенный разговорник. Здесь собран набор основных фраз по главным тематикам: в дороге, при общении с сотрудниками аэропорта или стюардессами, проживание, гостиница, аренда квартиры, просьба к персоналу, в ресторане, деньги, например, при обмене валюты и так далее. Языковые барьеры практически исчезают, так как все английские фразы произносятся носителем языка. Еще одна крутая функция – перевод в любимом приложении. Копируйте выбранный фрагмент текста, а перевод мгновенно отобразится в области уведомлений. Данная программа порадовала не только своей богатой словарной базой и встроенным словарем, но и размером загруженного контента. Даже со скачанными языковыми пакетами приложение весит совсем немного. Prompt Offline поставляется с одним предустановленным языковым пакетом для перевода с английского на русский и наоборот, и предоставляет возможность покупки языковых пакетов для других языков. Приложение платное и стоит 379 рублей. Много это или мало? Решать, конечно, вам. Но на наш взгляд, это нормальная цена для такого набора функций в офлайне. Поверьте, при использовании онлайн-переводчика в роуминге счет будет в 10 раз больше. Так что смело переходите по ссылке прямо под этим видео и учите языки, друзья.